Старшие сержанты Константин Распопин и Василий Бурцев, а также младший сержант Владимир Яковлев ночью 16 июля спасли 23-летнюю жительницу Тимашевского района. Девушка перебралась через ограждение Ривьерского моста и хотела прыгнуть вниз. Полицейским удалось отвлечь ее и удержать от прыжка. Девушку отправили в больницу. А сотрудникам ППС руководство сегодня объявило благодарность. Начальник УВД по городу Сочи Сергей Огурцов поблагодарил их за проявленную смелость и умение найти правильное решение в экстренной ситуации. Полицейским вручили почетные грамоты и ценные подарки. Спасибо огромное за службу. Это достойно. Счастья успехов.